Сегодня в программе «Этнокрым». Как белорусы Крыма провели фестиваль славянской культуры «Родные напевы»? Какое национальное общество образовалось в Крыму первым? Поняли, что когда мы вместе, мы можем что-то сделать. Творчество этого композитора называют «целой вселенной». Преподаватели из Греции приняли участие в Международном научном конгрессе по иностранной филологии. Мы немногие, кто имеет международный договор о сотрудничестве с университетом в Салониках. Их язык и религиозные традиции на грани исчезновения. Об истории, культуре и традициях самого малочисленного народа Крыма. Я потеряла все. Я потеряла всех. И так каждая крымчакская семья. Почему Херсонес Таврический считается уникальным греческим полисом всего Северного Причерноморья? Именно здесь, по преданию, греческие священники крестили князя Владимира. И отсюда на Русь пошло православие. Здесь и рушники, и мотанки, а также песни и танцы. 31 марта в поселке Приморский городского округа Феодосия белорусы Крыма провели традиционный фестиваль славянской культуры «Родные напевы». Вот уже в третий раз фестиваль, приуроченный ко Дню единения народов России и Белоруссии, собрал вместе творческие коллективы со всех уголков полуострова, чтобы обратиться к славным страницам истории славянского народа и поздравить друг друга с праздником. Когда мы принимаем участие во всех этих фестивалях, и не только здесь, в Феодосии, в Симферополе, в Алуште, Ялте, Севастополе, конечно же, мы как будто переносимся в родные края, на ту малую батьковщину, на ту малую родину, чтобы как-то докрануться и до языка, и до песни, и до культуры. Мы как бы действительно вспоминаем все то, что связано с детством, с юностью. Это праздник, это свято. Так что мы с задовольнением, с приемностью сустракаемся с нашими сябрами, сябровками и насолоджуемся и родной мовой, и родной песней, и щиростью белорусской души. День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. В 1996 году президентами России и Белоруссии Борисом Ельцином и Александром Лукашенко был подписан договор об образовании сообщества России и Белоруссии. Для нас это один из основных праздников в году. Мы хотим его популяризировать вообще на территории не только Крыма, но и Российской Федерации. Я считаю, что именно Республика Беларусь является ближайшим партнером России. Это братский народ, самый братский народ, который всегда стоял рядом, плечом к плечу, никогда не предавал. И популяризировать вот эту дружбу народов, рассказывать нашим согражданам, нашим детям о том, почему мы братские народы. Вот вы спросите у молодежи, почему? Ну, не каждый сможет ответить. А тут мы можем рассказать о том, что мы прошли через одну боль, через одну Великую Отечественную войну, плечом к плечу сражаются русские, белорусы, украинцы. Мы вместе отстроили потом страну, мы вместе создали новые страны, мы теперь дальше вместе движемся в наше будущее. Поэтому именно вот это единение, дружба народов, основной залог успеха как и Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Именно это мы пытаемся пропагандировать путем проведения таких вот замечательных мероприятий. День единения России и Беларуси действительно очень важный праздник, да, и мы ежегодно, это уже третий год подряд, мы, вот на моей памяти, мы приезжаем в поселок Приморский, погода нас встречает всегда солнышком, и мы приезжаем к нашим коллегам белорусской национально-культурной автономии поздравить их с этим праздником, потому что мы знаем, что это действительно для них очень важный праздник, и на мой взгляд, это действительно праздник нужный. Гостей фестиваля знакомили не только с вокально-танцевальным творчеством славян, но и с предметами народного быта. Ольга Полубинская, участница хора «Сибровки», вышивает рушники, картины и подушки. Решила свадебные рушнички шить. Внучку замуж отдала с такими рушниками, разные, правда. Второй внучке тоже вышила, уже ждут ее. Ну, два себе оставила. Научилась я где-то еще. Ну, лет 12, а уже начала шить в 2009. Там я шила иконки, а потом иконки забросила, начала рушники шить. Я жила в деревне, и с женщиной вместе садились на русскую печку. Она один конец шьет, я другой конец. Смотрю, как она шьет, и я так же сама с ней. Никто больше меня не учил.
Вышивка жила в каждом доме, поскольку является одним из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного искусства славянского народа. Салфетки, фартуки и многие другие предметы быта украшались рукодельницами с особым трепетом и вниманием. С детства, с самого детства у нас был дом, и все детали, все наволочки, всякие покрывала, все было вышито руками. Приучала мама, сестры мои вышивали, все старшие. И в деревне все вышивали, других убранств не было. Выставка художественных работ, песни и танцы, подготовленные творческими коллективами, помогли гостям почувствовать атмосферу праздника и окунуться в культуру славянских народов. Такие мероприятия они объединяют. И чем больше мы будем знакомиться с культурой других народов, которые проживают на территории Республики Крым, тем больше мы будем понимать их культуру, менталитет. Четырнадцать художников представили свои работы на выставке, посвященной 30-летию со дня основания Крымского армянского общества. Сегодня представлены 4 мои картины. Я очень благодарна армянскому обществу за предоставление такой возможности, так как я впервые участвую на выставке. Здесь работы и молодых, и уже именитых мастеров, членов Союза крымских армянских художников. Союз был создан в 2004 году. Живописцы, графики, скульпторы, миниатюристы, мастера прикладного искусства. Все они вносят свой вклад в развитие искусства в Крыму. Главная цель крымских армянских художников – популяризация армянского искусства в Крыму, в России и в других странах тоже. Потому что мы живем в этом мире, мы живем здесь среди других национальностей, в дружбе, в любви и в взаимопонимании. Эта выставка радует чем? Потому что она объединяет не только армян. Объединяет других национальностей. Тоже в нашем союзе есть люди из других национальностей, даже из Хакасии, которые любовь имеют к армянскому искусству и армянскому народу. Мы их тоже принимали. На торжественном открытии выставки присутствовали представители Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан республики, представители армянской диаспоры и национально-культурных обществ и объединений. Вспоминали об истоках зарождения Крымского армянского общества, говорили о главных задачах организации. Сегодняшняя выставка, она символизирует то, чем в первую очередь должна заниматься национально-культурная автономия. Наша деятельность заключается в сохранении нашего языка, нашей культуры, наших художников, нашей музыки, всего культурного слоя нашего народа, который более 1000 лет живет на данной земле и творит. Крымское армянское общество – одно из первых национально-культурных объединений Крыма. Оно было образовано в 1989 году. Был повод, и повод был горький. После землетрясения в Армении появилось большое желание оказать помощь людям, потерпевшим, и республике. И вот на этой почве мы начали собираться и собрались, и оказали эту помощь, и поняли, что когда мы вместе, мы можем что-то сделать. Что считаете самым большим достижением за все эти 30 лет? Я полагаю, что началась новая эра, и тот факт, что сегодня невозможно представить Крым без армянского общества, без того, что мы сегодня можем назвать своим домом и своим местом для творения, вот это самое большое. Сегодня в Российском Крыму общество носит название «Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым». Но, как и прежде, основными целями и задачами организации является сохранение языка, развитие культуры, традиций и ценностей армян на полуострове. Сегодня у нас есть и школа, сегодня есть у нас разные подразделения художников, писателей. И много у нас заслуженные есть артисты, культуры, журналисты и так далее. Это как раз можно сказать, что отчет о том, что было за 30 лет. Много чего восстановлено, наши культовые сооружения. Но еще, конечно, требуется очень много большой работы. Вот эти 30 лет – это как бы аванс. Но я считаю, что все еще впереди. На выставке, посвященной 30-летию со дня основания армянского общества, представлено более 120 работ. Экспозиция открыта в Крымском доме художника до 13 апреля.
9-летний Яков Звягин играет на домре около 3 лет. Произведение известного немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха он исполнил на музыкальном вечере «Вселенная Бах», организованном евпаторийским немецким обществом «Людвигсбург». Мы отмечаем день рождения обычно 21 марта. Эту дату отмечают все музыкальные сообщества. Поэтому мы, как немецкое общество, конечно, причастны в первую очередь. Наша задача – передать вот эту красоту многоголосия молодежи, живущей сегодня, чтобы они расширяли свой кругозор. Иоганн Себастьян Бах – органист, представитель барокко и один из величайших композиторов в истории музыки. За всю жизнь им было написано более 1000 произведений. Фамилия Бах, дер Бах, по-немецки означает «ручей». Его прапрапрапрапрадед, он был булочником, и они безумно любили все, что связано с музыкой. И каждого ребенка, кто рождался у них, они старались поженить или выдать замуж за музыканта. И таким образом, это была традиция каждое поколение. И вот на 7-м поколении появился непостижимый и гениальный Иоганн Себастьян Бах. Вся жизнь Иоганна Себастьяна Баха была насыщена работой, поэтому его гениальное творчество – это результат терпеливого труда и учения. Им было написано свыше 1000 произведений совершенно в разных жанрах. Это жанры инструментальные концерты, оратории, совершенно разные концерты для солистов с оркестром. То есть колоссальное количество произведений. В последние годы жизни вследствие катаракты Бах быстро терял зрение, а в 1749 году он полностью ослеп. Однако композитор продолжал сочинять музыку, диктуя свои произведения. При жизни сочинения Баха практически не издавались, лишь несколько клавирных пьес были напечатаны на личные средства. Современники восхищались им как органистом и клавесинистом, но считали его музыку старомодной и скучной, а дети часто называли его «старым париком». Они его все высмеивали, они его все считали чудаковатым, устаревшим чудаком, который писал все, продолжал писать полифонию, писал фуги, прелюдии, когда в то время уже музыка уже пошла по совершенно новому развитию, по гомофонно-гармонической системе. И уже его сыновья, все они к нему относились так, как будто бы, да, что он там пишет, вот какая музыка нужна. И случайно или специально, но его семья, его сыновья, они сделали все, чтобы имя отца было забыто. Иоганн Себастьян Бах умер 28 июля 1750 года в Лейпциге и был похоронен на кладбище Иоганнис. После смерти имя композитора вскоре забылось, а сохранившиеся рукописи пылились в архивах. Буквально 100 лет Бах не пользовался такой большой популярностью, хотя знали о том, что есть Бах, есть его музыка, с его творчеством были знакомы. Вот. Но уже тому факту, что Баха опять вспомнили, и он стал буквально популярен совершенно везде, мы обязаны Феликсу Мендельсону Бартольди, который воскресил творчество Баха. Есть даже одна легенда очень интересная. Это легенда. По этой легенде Мендельсон, гуляя по рыбному лабасу, совершенно случайно подойдя, вот где продается рыба, смотрит, стал разворачивать сверстки рыбы. Увидел, что рыба завернута в листы, нотные листы. Он собрал все эти листы и стал разбирать. Оказалось, это действительно это ноты Баха. Вот с такой интересной легендой началось его воскрешение. Готовясь к этому вечеру, еще больше осознаешь это, насколько необъятно космическое пространство, заполненное Бахом. И самое главное, что Бах умел сказать просто о глубочайшем. Он писал музыку для нас и о нас –
Это история человеческой цивилизации, которую нужно постигать постоянно. Конечно, это имя знают все, но и о его именно творчестве, о его истории, его судьбе я не так много знала. Все эти мелодии, когда слышала, это именно были мелодии, которые у всех на слуху, но я не знала, что это конкретно действительно Бах. И было сейчас очень это интересно услышать и узнать для себя тоже. Сегодня творчество великого композитора поражает своим размахом. Жанры, которым маэстро обращался в течение всей своей жизни, были самыми разнообразными. Из-под пера настоящего мастера вышли как предельно простые, так и чрезвычайно величественные творения. Как говорится, язык – душа народа, поэтому такие мероприятия, как Международный научный конгресс по иностранной филологии, очень значимы для развития и популяризации языков у нас на полуострове. В этом году он проходит 4-й год подряд и посвящен 7 языкам. Ведущие лингвисты, кандидаты и доктора наук, а также преподаватели и студенты Института иностранной филологии Крымского федерального университета имени Вернадского каждый год собираются вместе, чтобы поделиться опытом и совместными усилиями решить вопросы, которые возникают у них в процессе работы с родными и иностранными языками. Конгресс посвящен исследованию проблем, современных проблем языкознания, литературоведения и перевода. И языки, собственно, не имеют такое большое значение, то есть на материале какого языка, поскольку подобные явления проявляются во всех языках. Поэтому мы говорим о языковой системе, которую исследуем, и о тех факторах, которые влияют на ее формирование. Развитие. В этом году темы конгресса непосредственно связаны с русским, украинским, крымско-татарским, немецким, французским, английским и новогреческим языками. Свои доклады подготовили более 200 ученых из разных регионов России, ближнего зарубежья и даже из Греции. Кубанского университета и университета Таврический связывают многолетние отношения сотрудничества, научные интересы. Мы каждый раз принимаем участие в конгрессе. На этот раз приехала делегация из 4 человек. Небольшая делегация греческих преподавателей перед конгрессом посетила единственную в Крыму школу с изучением родных языков в Старом Крыму, где болгарский, немецкий и новогреческий языки детям преподают с 1 класса. Откровенно говоря, это была прекрасная встреча. Мне было очень интересно. Ребята нам показали свои знания, а мы рассказали им о работе кафедры греческой филологии Кубанского государственного университета. Возможно, кто-нибудь захочет продолжить свое образование у нас. Конечно, мы хотим поддержать стремление учащихся 3-й школы Старого Крыма. Мы готовы, насколько это возможно, помочь им с учебниками, наглядным пособием, методичками и всем остальным, что в наших силах. Для Никоса Димуласа, преподавателя из Эллады, который сегодня прививает любовь к новогреческому языку ребятам в Ессентуках, опыт коллег из Крыма крайне интересен. Я работник Министерства образования Греции. Сейчас преподаю на Кавказе в Предгорном районе. За 4-5 лет, что я здесь нахожусь, мне довелось познакомиться со многими людьми, которые хотят изучать новогреческий язык. Поэтому, собственно, меня и направили от Министерства образования Греции сюда, популяризировать греческий язык и историю. По вашему мнению, почему так важно детям изучать родной язык? Прошло много лет с тех пор, как наши предки переехали жить в Россию, и мы должны стремиться не только к сохранению родных традиций, но и языка. Несмотря на санкции в отношении Крымской Республики, Институт иностранной филологии КФУ имени Вернадского находит пути для плодотворного сотрудничества с ведущими высшими учебными заведениями зарубежья. На данный момент договоры о совместной работе подписаны с университетами Стамбула, Португалии и Греции. Впереди крымчан ожидает подписания меморандума и с университетом Крита. Греческое отделение у нас развивается по-прежнему успешно, интенсивно. Мы немногие, кто имеет международный договор о сотрудничестве с университетом в Салониках, куда ежегодно
направляем в сентябре месяце наших студентов сейчас на языковые стажировки. Работа 4-го международного научного конгресса по иностранной филологии завершится только 19 апреля. В течение 2,5 недель в столице Крыма будут проходить очные конференции, интерактивные дискуссии и различные языковые мастер-классы. А организаторы конгресса уже по опыту предвидят, что в следующем юбилейном году докладчиков будет еще больше, а география участников станет гораздо обширнее. 11 декабря 1941 года немцы совершили страшное преступление. Почти полностью уничтожили всех крымчаков – женщин, стариков, детей. А советская власть посчитала, что их больше нет, и даже убрала в паспортной графе такую национальность – крымчак. К сожалению, сегодня их родной язык на грани исчезновения. Почти полностью утрачены религиозные обычаи. Современная молодежь в основном эмигрирует в Израиль. Кто такие крымчаки, мало кто вообще знает. Фактически, народ подвергся тотальному истреблению, но они не исчезли с лица земли. Отношение к народу со стороны государства изменилось в конце 80-х годов. В 1989-м по решению Первого съезда крымчаков Симферополя было создано культурно-просветительское общество «Хырымчаклар». Его образование стало стимулом для народа. За эти годы была проделана огромная работа по сохранению культурного наследия. Нам был передан большой архив документальный, и на основании этого архива мы стали с 2005 или 2004 года мы стали создавать историко-художественный альманах «Крымчаклар». Сам народ сохранить не знаю. Уже он перешел такую черту, где, наверное, уже не сохранишь народ, уже. Но его культуру, его традиции, его обычаи, благодаря нашим архивам, большие архивы у нас в Санкт-Петербурге, которые переданы были в 68 году, там и фотографические архивы, и документальные архивы, очень много. Дора Пиркова выросла в семье, где разговаривали на крымчакском языке и готовили традиционные блюда. Но сегодня, говорит она, таких осталось очень мало. После войны произошла ассимиляция, так как мужского как бы уже не было, молодых людей не было, поэтому женились уже и русские, и украинцы в семьях, и все. И поэтому уже следующее поколение уже мало считают себя крымчаками. Нам в советское время вообще запрещали писать в паспортах, что мы крымчаки, что вообще есть такая национальность, типа вас расстреляли, и вас нет, такого народа нет. Вот, поэтому из-за этого утрачен наш язык. Потому что родители боялись с нами разговаривать на своем языке, так как за это могли привлечь. В обществе стараются сохранить традиции. Ежегодно в конце лета в разных городах проводят дни крымчакской культуры. Издают книги, снимают фильмы. И все же, по словам Доры Товьевны, может случиться так, что уже через 30-50 лет народ ассимилируется полностью. Так что соприкоснуться с его культурой в Крыму лучше сегодня. А сделать это можно в Симферопольском крымчакском музее, в котором целый зал посвящен жертвам Холокоста. Я потеряла все. Я потеряла всех. И так каждая крымчакская семья. Надо сказать правду. Было уничтожено, задача была поставлена – уничтожить крымчакский народ. И фашисты с этой задачей на 100% справились. А вернулись, как эти 20% образовались? Потому что вернулись живыми. Жили караимы обычно компактно, в одноэтажных каменных домах, состоящих из нескольких комнат. Земляные полы застилали войлоком, обедали, сидя на специальных подушках вокруг низкого круглого стола. Занимались ремеслами, в основном садоводством, земледелием, мелкой торговлей. Религия крымчаков – ортодоксальный иудаизм. А вот национальная одежда, разговорный язык, домашняя утварь и кухня близки к крымско-татарскому. Но это неудивительно, рассказывают в музее. У них язык схожий с нашим. И такие же ремесла, как у нас, у древних крымчаков. И был персидский путь через Персию, и был через Индию вот этот шелковый путь. Но путь ведь лежал и через Крым, и люди пришли сюда, в Карасу-Базар. И здесь появилась столица у крымчаков, в Карасу-Базаре, ныне Белогорске. Это самый настоящий конгломерат, но древнейший. Он отсчитывает тысячи лет. И поэтому этот народ, как и многие другие народы, он сформировался как самостоятельный.
У крымчакского народа свои интересные традиционные обряды и обычаи. Вот, например, возраст вступления в брак для девушек был обычно 13 лет, для юношей – 16. Нередко родители договаривались о браке детей, когда те были еще в младенческом возрасте. Дело в том, что у крымчаков существовал такой обычай брачных договоров. На случай развода или смерти мужа этот договор являлся как бы гарантией, что жена не останется без денежного обеспечения. В течение 40 дней после свадьбы невеста не должна была выходить из дома и показываться посторонним, соблюдая обряд скромности. В первый понедельник после свадьбы молодые покупали себе место на кладбище. Это означает, что до последних дней своей жизни молодая пара должна быть вместе. После свадьбы на второй день ехали вместе на кладбище и закупали там место. То есть считалось, что они должны были прожить до самой смерти вместе и также вместе быть захоронены. В настоящее время крымчаки работают в разных отраслях. В Крыму их осталось очень мало – 228 человек. Но несмотря на потерю родного языка и ряда других культурно-бытовых особенностей, они сохраняют национальное самосознание, чтят свою историю, самобытную культуру и с уважением относятся к другим народам и конфессиям. Выдающийся композитор, известный дирижер, наставник молодых музыкантов, заслуженный деятель культуры и почетный гражданин Республики Крым Ильяс Бахшиш. Личность, которая сделала огромный вклад в развитие культуры и искусства крымско-татарского народа. Его имя знает каждый крымский татарин, и я не побоюсь сказать, что, наверное, его знают и другие народы, потому что тот вклад, который он вложил в развитие нашей национальной музыки, бесценно. Ильяс Бахшиш – это легенда нашей культуры, которую трижды открывал Крымско-Татарский театр. Творческая деятельность будущего композитора неразрывно связана с работой в Крымском радиокомитете, где Ильяс Бахшиш работал вначале диктором, а затем и главным музыкальным редактором. Молодой редактор радиовещания впервые стал пробовать себя в качестве композитора. В то время он начинал писать уже серьезную музыку. В 1940 году, когда был создан Союз композиторов, Ильяс Бахшиш становится его председателем. В этом же году ему присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств Крымской АССР». Он написал музыку к спектаклям Крымско-Татарского театра, сюиты для симфонического оркестра, вокальные миниатюры, обработки народных песен. Всесторонне талантливый и одаренный человек продолжает творить даже в военное время и не бросает работу в местах депортации. Он еще в депортации создал крымско-татарский ансамбль «Хайтарма». На тот момент не было таких коллективов. Он создал этот ансамбль, 16 лет был художественным руководителем этого ансамбля. Потом, уже когда он вернулся в 1989 году в Крым, ему уже тогда было 76 лет, конечно, уже и силы были не те, и здоровье было не то, но он с таким воодушевлением, с такой страстью стал не создавать, а возрождать крымско-татарский театр. В Крыму в 1989 году Ильяс Бахшиш стал художественным руководителем Крымско-Татарского драматического театра. По возвращению в 90-е годы, когда народ был не обустроен, не было жилья, не было работы, и Ильяс Бахшиш отходил с идеей о том, как бы воссоздать здесь Крымско-Татарский театр. И вот сотрудники Министерства культуры, они говорят о том, что, которые помнят Ильяса Бахшиша, что поначалу это предложение показалось им каким-то нереальным, он показался им инопланетянином. Но тем не менее, и с подачи, то есть с инициативы, это было бы, естественно, это было бы, но в те тяжелые годы именно инициатива, благодаря инициативе, наш театр был открыт уже в 90-е годы. Дочерью Ильяса Бахшиша был подарен библиотеке личный архив композитора с огромным количеством произведений. Это песни крымских татар, трио для скрипки с виолончелью. Это вот все из его архива. Он всю свою жизнь собирал такие книги, все, что касалось крымских татар. Это
произведение вообще 30-го года, понимаете? Вот издание вот этой, этого трио 30-го года. Он еще собирал фольклор по жизни. Я когда работала с его архивом, пословицы, поговорки, стихотворения, сказки. Уникальный архив. Над ним, ну, я не знаю, сколько может нужно еще работать. В его архиве собраны, вот я не могу не показать вам, сценарии к его произведениям. Вот папочка, вот это все, это вот сценарии. Он сам писал сценарии к своим произведениям и к спектаклям. Музыковед Ленур Асанов работал с рукописями композитора. Он отметил, что этот архив – бесценный дар для начинающих музыкантов. То, что сегодня он оставил, это, в общем-то, большой фундамент нашей музыки. Но хотелось бы еще такую тревогу высказать. Архив требует того, чтобы его нужно систематизировать. Ну и, конечно, исследовать. Его творчество для нас очень имеет большое значение, потому что он стоял у истоков крымско-татарской композиторской школы. Он и до войны был очень активным деятелем музыкальной культуры Крыма. После этого в местах депортации он тоже себя проявил как величайший организатор, как величайший композитор. И, возвратившись в Крым, он тоже продолжал свое творчество. Он прожил большую жизнь и оставил нам величайшее наследие. Всю свою жизнь Ильяс Бахшиш посвятил музыкальной культуре крымско-татарского народа и оставил глубокий след в истории национального искусства. В VI веке греки-дарийцы приплыли на берега Черного моря и основали свой новый полис Херсонес. С тех пор прошло 2500 лет, а их город по сей день является визитной карточкой Крымского полуострова. Процесс освоения греками Понта, как они называют Черное море по сей день, был труден и тернист. Отсутствие цепи островов, частые бури и ветры, а также мощное течение долгое время не давали эллинам покорить берега Крымского полуострова. Но со временем выходцам из Эллады все же удалось накопить опыт черноморской навигации и добраться до богатого края. С тех самых пор старое название негостеприимного, по их мнению, моря они заменили на гостеприимный – Понт Эвксинский, а наш полуостров назвали Таврика. Произошло это событие на рубеже 7-6 веков до нашей эры. Греки пришли здесь в основном в конце эпохи архаики. Это время, когда в собственной Элладе возникли государства-полисы. Это был конец формирования государств-полисов. Возникла монументальная архитектура, когда возникла монументальная скульптура, когда греки начали заниматься серьезной литературой и поэзией, и прозой, когда они начали осваивать далекие окраины Средиземноморья и прибыли в Причерноморье. Это время, когда они могли уже привести такой большой багаж достижений, созданных на родине. Короткая теплая зима и продолжительное солнечное лето, богатый растительный и животный мир Крыма позволяли грекам заниматься охотой, рыболовством, скотоводством и земледелием. В скором времени началась и активная торговля между греческими колониями. Из Таврики в Элладу привозили рабов, зерно, рыбу, некоторые виды металла, скот и даже древесину. Взамен грекам Северного Причерноморья доставляли оливковое масло, маслины и вино. Впрочем, и в Северном Причерноморье вино тоже делали, виноград выращивали, винодавильни хорошо нам известны, и это вино здесь употребляли сами греки, жившие в наших городах северо-причерноморских, ну и поставляли на варварскую периферию скифам, другим племенам. Первоначально скифы осуждали греков за винопитие, а потом, наоборот, греки осуждали скифов за то, что те пьют неразбавленное вино. Всего по побережью нашего полуострова греками было основано более 20 поселений. В городах-государствах в этот период уже существовала даже канализация. Дома строились добротно и были хорошо
обставлены. В отличие от других греческих полисов, у всех жителей Херсонеса участки земли и жилища были одинаковые. Да и в целом принцип строительства улиц в городе был четким и заранее спланированным. Один прямоугольный квартал вмещал 4 дома, а главная площадь города, Агора, располагалась практически возле моря. В ее восточной части находился античный храм, посвященный главной защитнице греческого мира в Херсонесе – Деве Парфене. Эта богиня, считали херсонеситы, очень часто приходила им на помощь во время военных действий, которые приходилось вести со скифами, с варварами. И тогда богиня приходила и помогала херсонеситам, вдохновляла их на победу. Религией в Херсонесе, как и домашним бытом, занимались женщины, а мужчины в основном получали образование, воевали, философствовали и проводили много времени на рыночной площади, где совместными усилиями решали значимые для города и общего блага вопросы. Это и называлось в античный период истории демократии. В каждом греческом городе были свои законы и уклад жизни, однако принципиально они не отличались друг от друга. А вот Херсонес по многим причинам являлся уникальным полисом, и это была единственная дорийская колония на полуострове. Греки и ионийцы были утонченнее, чем дорийцы. Они раньше начали свою цивилизованную историю. И вот этот опыт, который они привнесли в северный, в Серо-Причерноморский регион, конечно, был очень важен для развития здесь культуры. Херсонес – это единственный античный город Северного Причерноморья, жизнь в котором непрерывно поддерживалась вплоть до конца XIV века. Именно здесь находился и единственный во всем Северном Причерноморье античный театр. А многие исследования археологов Дорийского полиса имеют общегреческую ценность. Собственно, Греция, Хора, сельская территория греческих полисов сохранилась очень плохо, потому что наслоилось средневековье, нынешние постройки. А вот на Гераклейском полуострове, где находился Херсонес, там как раз есть возможность для изучения Хоры Херсонеса. Раскопаны участки, клеры, более 400 этих участков, раскопаны фундаменты башен, усадеб на этих участках. И это имеет значение общегреческое, потому что наши материалы дают возможность и перенести эти сведения на, собственно, Грецию. Плохо сохранились в Элладе и расписные стелы. В Херсонесе их, напротив, достаточно много. Всегреческий интерес вызывают также и оборонительные стены древнего греческого полиса Крыма. В Греции тоже мы не видим таких замечательных оборонительных сооружений, такой сохранности оборонительных сооружений. Стены античные и средневековые, что вполне естественно, средневековые стены слаивались на античные. Эти стены тоже важны для нас как источник по истории фортификационного искусства в самой Элладе. Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение, так же, как храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Такими словами, президент Российской Федерации однажды подчеркнул значение Херсонеса в жизни всего русского православия. Именно здесь, по преданию, греческие священники крестили князя Владимира. И отсюда на Русь пошло православие. Крещение князя Владимира именно в Херсонесе имело глубокое символическое и политическое значение. Оно символизировало переход культуры Византийской империи на Русь. Более того, сам город и в целом весь византийский Крым отныне стал находиться в подчинении у Владимира. Вместе с этим подарком от императора Василия II князь получил в жены также и его дочь, царевну Анну, что еще больше породнило его с могущественной греческой династией. Херсонес – это лучше всего сохранившийся памятник культурного наследия греков Крыма, который по праву получил федеральное значение. Кто знает, возможно, когда-нибудь подводные экспедиции близ Гераклейского полуострова возобновятся, и мы станем свидетелями новых грандиозных открытий, связанных с жизнью первых греческих колонистов Тавриды. Знакомьтесь с историей культуры многонационального полуострова каждую неделю вместе с нами на Первом Крымском. До встречи!